Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Александр Незлобин, один из самых известных резидентов Comedy Club, дал сольный концерт в Волгограде. В программе он показал лучшие номера и миниатюры. Я подслушал разговор двух девочек, ничего не придумал. Одна другая говорит: прикинь, я не успела выйти замуж 11-го, все, я буду несчастна. Та и говорит, так... Вторая говорит, так ты 12-го давай. Она говорит, ты дура что ли, 12-й это вообще високосный год. Та не унимается, говорит, так ты тогда 13-го. Та первая говорит, ты больная, что ли, 13-го? 13 – несчастливое число. Та до сих пор не унимается. Тогда ты 14-го. И первая говорит, ты вообще, что ли, сумасшедшая, да? Ты тупая, нет? 14-го. Кому я буду 35-летняя нужна? Как так можно? Серьезно, мы в очень глупом мире живем. Смотрите, когда человек теряет свой телефон, он приходит в магазин сотовой связи и говорит, дайте мне телефон какой-нибудь дешевый, вот за 1000. Мне на первое время. И потом ходишь с ним полгода с этим телефоном. Давайте полку такую сделаем в Евросети. С беспонтовыми телефонами напишем. На первое время. Почему мы извиняемся перед продавцом-консультантом? Мне не нужен, дорогой, мне на первое время просто так походить пока, посмотреть. То есть мы думаем, что мы уйдем, а второй продавец скажет, что опять этот нищеброд бомжара заходил, да? Взял себе телефон за косарь. А этот первый скажет, ну что ты так говоришь, ты же не знаешь всех нюансов. Человеку на первое время. Почему мы друг у друга просим оправдания? Скажите мне. Это очень глупый мир, серьезно. Вот есть поговорка, баба с пустыми ведрами быть в беде. Давайте расширим эту поговорку, я не знаю. Если баба с пустыми ведрами быть в беде, а когда ты встретил на дискотеке 40 пьяных дагестанцев, это не быть в беде? Уже не важно, с полными они ведрами или с пустыми. Они вообще чаще всего на одном тонированном ведре передвигаются по городу. Выступления юмористов всегда тепло принимаются публикой, особенно молодежной аудитории. Хотя и взрослые зрители нередко приходят на концерты артиста. Ведь его монологи чаще всего затрагивают вечные темы, актуальные для любого возраста. Выступает Александр чаще всего в жанре стендап-камеди. Знаете, многие парни хвастаются, что мне сначала девушка не давала, но я ее уломал. По-моему, глупо хвастаться тем, что тебе дают только из жалости, да? Женщины – самые коварные существа вообще. Серьезно, замечали, как они записывают имена мужиков в своем телефоне мобильном? Они пишут, типа, Леша, а рядом опознавательный знак BMW. Вадик, Лексус, что за фигня, а? Я же не пишу Оля маршрутка. Света 47 минут пешком от метро. Женщины самые коварные. Я не знаю, я не обидел, наверное, еще никого, да? Я всю жизнь, серьезно, не обижайтесь, всю жизнь пытаюсь быть хорошим. Все время со школы все учат, будь хорошим. Но мне кажется, что всем людям пофиг, хороший ты или плохой. Если вот ты хороший, ничего не будет, никаких бонусов. Тебя не поставят в очередь на квартиру быстрее. А, так вы хороший, тогда мы убираем из очереди эту мерзкую семью подлецов. Вставайте вы на квартиру первую. Или... Произойдет ЧП, умрет 10 человек, по телевизору не скажут, что в результате ЧП погибло 7 хороших, 2 плохих и один вообще черт погиб. Всем пофиг вообще. Ну, это один из моих любимых вообще таких резидентов Comedy Club. Всегда с удовольствием смотрю его выступления. Ну, чем нравятся обычные юмористы, да? Тем, ну, что, ну, смешные у него все его выступления, собственно, чем еще может нравиться. Поэтому и пришел. Просто посмеяться от души. Согласно опросу ведущей авторитетной аналитической компании TNS Gallup Media, резидент Comedy Club Александр Незлобин вошел в список 50 лучших телеведущих и медийных лиц года. Незлобин вообще просто обожаю. Он один из немногих юмористов, то есть он, который реально хорошо шутит, он очень остроумный.
И то, что он работает в таком, как сказать, стиле, то, что он шутит, то есть стендап, это как называется, если я не ошибаюсь. То есть это очень сложно и очень смешно. Вот, так что я его обожаю. Меткие шутки и нескромное обаяние Александра никого не оставили равнодушными. В Модже в эту ночь смеялись все. И гости, и руководство клуба, и даже официанты. Анна Дребнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение.